Бесперебойная подача горячей воды и тепла в домах Химок на постоянном контроле профильных служб. На всех аварийных точках работают специалисты ТСК «Мосэнерго». Так, по улице 9 мая у дома номер 17 произвели замену участка трубопровода, на котором обнаружили повреждения. Произошло повреждение подающего трубопровода ГВС на 17-й дом по улице 9 мая. Да? Сейчас бригада ТСК «Мосэнерго» проводит ремонтные работы по устранению этого повреждения. Для устранения проблемы пришлось полностью заменить несколько метров трубы. К работам приступили незамедлительно, чтобы обеспечить дом горячей водой в этот же день. Да, техника работает, работы ведутся. Брошен шланг, я так понимаю, откачка воды происходит. После проведения сварочных монтажных работ и полной замены участка трубопровода параметры горячего водоснабжения и отопления по этому адресу придут в норму. Ход работ, а главное результат, на постоянном контроле представителей администрации и жителей. Совместно с жителями сейчас здесь встретились, осмотрели ход работ, который проводит ТСК «Мосэнерго» вблизи дома. Это устранение утечки. До 5 часов вечера плановый срок подачи здесь отопления ГВС конкретно на дом. Параллельно работы по устранению повреждений ведут еще на 10 точках. На финишной прямой ремонт теплосетей у дома номер 6 по улице Родионова. Работы ведут в рамках масштабной 3-летней программы Министерства энергетики Московской области. В этом году удалось заменить уже более 9 километров сетей, порядка 500 задвижек, агрегатов, насосов. С начала отопительного сезона за подачей тепла тщательно следили абсолютно все профильные службы Химок. Обходили дома, осматривали подвалы, измеряли параметры. Главой городского Химки Дмитрия Владимировича была поставлена задача в начале отопительного сезона пройти абсолютно каждый дом. Совместно с территориальными управлениями, это администрации на местах и управляющими компаниями, мы проходили все дома в городском округе Химки, 1435 неквартирных домов, начиная от подвала, обходили стояки, заходили выборочно в квартиры, спрашивали, какая температура, тепло, холодно, замеряли температуру, для того, чтобы убедиться, что в доме действительно проблема решена. Благодаря этому ситуацию с подачей тепла и горячей воды удается держать на контроле. Количество порывов с начала осени снизилось в 20 раз. Все экстренные ситуации, заявки и обращения жителей не остаются без внимания.